Тапочек. Классная штука, роллеры, я всем советую. Вообще топ. Тот случай, когда никакие фильтры не нужны. Утро начинается не с кофе, леди и джентльмены. Вот так я затормозила лицом в Мещерском парке, катаясь на роллерах. У меня была защита на локтях, так называемый наколенник, но, к сожалению, у меня не было нахлебальника. Он бы, наверное, помог. Не знаю, что с этим всем делать. Это, наверное, будет проходить очень долго и мучительно. Больно смеяться, если честно. Ну вот, всем хорошего дня. Так, ну что, вот так я, видимо, буду выглядеть в ближайшие, я даже не знаю сколько, я думаю, это довольно-таки долго будет заживать. Если есть какие-то лайфхаки по поводу того, что делать с ссадинами, я буду признательна. Ну, где нарастить зуб, я, в принципе, уже нашла. Ну вот, такая вот теперь буду красотка. You won't remember my name. This is the last time you will see me at the top.